Торжественный гимн страны открыл необычный урок. Всекубанский урок «Крым и Россия. Мы вместе» педагоги средней школы номер 7 провели в историческом ключе. С древней эпохи и до современности проследили развитие Крымского полуострова. Конечно же, хотелось показать детям, насколько наш народ миролюбив, насколько наш народ хочет мира, добра, проявить тепло к тому народу, который долгое время жил не на своей родине. Обсуждали, насколько глубока история российского государства, вспомнили все войны с участием Крыма. Школьники слушали с интересом, делились своими мыслями. Нам рассказывали о присоединении Крыма к России, о распаде СССР, о том, как отделялись республики от СССР. Ребятам было интересно обсудить события, происходившие рядом с ними.